Если на бланках, начисленных бланках партии регионов, Сиухольской партии регионов, программа комплексного социально-экономического развития села «Морской город Солнце», на котором расписали под нашим видом строительство крупнейшего комплекса и снос существующих жилых домов. Разве это не поднимало огонь избирателям? Разве или такие листовки жители Морского теперь уже знают, что для осуществления инвестиционных проектов на их территории правительство Украины выделило 1 750 000 000 гривен, но доверить реализацию контроля за этими проектами правительство готово только депутатов от партии БЮС. А разве это не знаю, как назвать, воззвание православное, на внеочередных выборах 20 сентября вы выбрали меня крымским головой. Но исключительно крымские татары, проживающие в селе Морском, выбрали своего голову бандита Никитенко. Ни один здравомыслящий славянин не проголосовал за Никитенко. Сегодня в суде, по моему заявлению, рассматриваются дела о признании выборов незаконными. Я знаю, что мы выиграем, но я не могу смотреть на то, что происходит в Морском сельском совете. Православные, я призываю вас собраться 25-18 в Польштаме, объединиться против сегодняшних бандитов и вернуть сельский совет на школе. Вернем власть православным христианам. Курунин — это наш кандидат, который этого не писал и не делал. Я, конечно же, обратился в Генеральную прокуратуру с требованием прекратить этот поток грязи и разжигания национальной войны. Но это достаточно показательный пример, какими методами будут оперировать сторонники Бюта в лице команды Сетченко на предстоящих выборах. Выборы в Морском показали, что оппоненты имеют громадные финансовые ресурсы, и бютовские ряды стали сторонники Луга, Крыму, лице Крымского Меджилиса. Развитие выборной кампании Морского показало, что наши партийные организации на местах не готовы дать действенный отпор, когда вход идет откровенная подтасовка фактов, обман и ложь. Судакская региональная партийная организация, безусловно, подвела итоги и дала оценку действия партийного актива, но считает, что и Крымская региональная организация и республиканскому избирательному штабу необходимо анализировать подобные, в кавычках, технологии наших противников, чтобы эффективно и оперативно противостоять им на предстоящих выборах. Я благодарен центральному штабу, что с работниками штаба, которые там были зацеплены, сделаны органы.